Сегодня школьники сдавали первые единые государственные экзамены – географию и информатику. Эти предметы дали старт череде ЕГЭ. ЕГЭ по информатике написали более 600 выпускников из Чувашии. Экзаменационная работа состояла из двух частей и 27 заданий. На их выполнение у ребят было почти 4 часа. Желающих сдать ЕГЭ по географии в Чувашии оказалось вдвое меньше. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Свои результаты выпускники узнают не позднее 14 июня.